Завтрак в пути, да? На улице холодно, да, вообще? Ветер. Ветер такой, прям. Бортовой компьютер выдал. Бортовой компьютер выдал 3 градуса предупреждения, что о возможном гололеде. Есть такой датчик. Ну, остановились в Бауме. Прохладненько. Сейчас позавтракаем и на Балыкчи. Это мы едем шашлыки жарить. На Иссык-Куль жарить шашлыки. Больше же негде. Да. День 7 ноября. Красный день календаря. В общем, ребят, мы приехали... Куда мы приехали? Быстрее. Какие-то комсомол, как говорят. Не знаю. Ну, в общем, здесь дорога за Быстыри. Дорога очень близко подходит к озеру. Ну, и здесь есть парковочные места. Мы припарковались. И вот сейчас спускаемся к озеру. Вот, озеро. Ну, шикарное, шикарное озеро, да? Да, красиво. Ну, это вообще, блин, сейчас я вам покажу. Всякий раз, когда ты приезжаешь, вот подходишь первый раз к озеру, волна идет такая, ну, дно здесь каменистое такое, каменистое дно, ребята, Иссык-Куль, мы на Иссык-Куле, посмотрите, какая красота, ветер какой, свеженький такой, не холодно, абсолютно.
он просто свежий, морской. Волна идет. 7 ноября, ребята, с праздником! Тот, кто следил за историями в Инстаграм, они в курсе дела. Мы поехали сначала в одно местечко, которое находится за Бастыри. Вот, под названием якобы Комсомол. Ну, наверное, многие из вас знают, это вот дорога, которая идет на Каракол, и в одном месте за Бастырями, там, значит, она очень близко подходит к озеру. 14 километров от центра Чолпанаты до этого места. Ну вот, комсомол его как-то так вот называют, я не знаю, с чем это связано вообще, в принципе. И вот мы туда приехали. Остановились, спустились к воде, нас попросили, вот в сторис в Инстаграм разместили там несколько видео, нас попросили там вот заснять, там вот рассказать, вот что там, да ничего там, ну ничего нет, там просто дорога очень близко подходит к берегу, вот, в одном месте там, где вот есть парковочное место, где можно остановиться и спуститься к этой воде, вот, к берегу. Под водой камни, не просто камушки, там валуны, вот, ну, так красиво, в общем, в принципе, мы там долго не были, так немножко побыли, чуть-чуть полюбовались и с Кулем, и в Чолпанату на дикий пляж. Вот, в общем, вот такие вот дела, ребятки, поэтому я особо такого серьезного обзора там не делал, я просто несколько кадров, как говорится, заснял. Вот, и все. А так вот сейчас мы здесь, в Чолпанате, на диком пляже, отдыхаем, покушали шашлычок, пьем чаек горячий, вот, и отдыхаем. Погодка отличная. Сейчас будем разжигать мангальчик, вот, и будем кушать шашлычок в честь дня 7 ноября с видом на озеро Иссык-Куль. 7 ноября. Делаем шашлык на 7 ноября с баранинки. Баранинки. Отлично. Как тебе погодка? Погодка супер. Суперская, да? Ну да. Воздух такой теплый, свежий, теплый воздух. На самом деле шикарная погода вообще, и вот, рубашка, вот, кофточка накинута, но на самом деле не холодно. Воздух свежий-свежий, но не холодный, не кусачий, мягкий такой. Вот. И волна идет. Санташа разводит волну. Вот, и так, классно вообще. Главное, шашлыки еще. Перчик полубой. Ем я. У вас есть перец. Ну как? Нормально? Вкусно. Thank you.
сейчас, вот, сделав вот, нехитрое такое приспособление, вот этот самый термометр, эта камера, и мы сейчас это все погрузим на глубину и посмотрим температуру воды Иссык-Куля на дне в ноябре месяце. То есть, а если быть точнее, 7 ноября. Давайте. Показывает 13 градусов. 13 градусов показывает термометр. Может быть, я не так долго держал его под водой, но тем не менее, вот он сейчас 13 градусов. Да, 13 градусов показал. Неплохо провели время на берегу Иссык-Куля, да? Да, хорошо. В общем-то, отпраздновали 7 ноября, покушали шашлычок, да. Погуляли, подышали воздухом. Вот, погодка сегодня просто великолепная. Сейчас здесь уже пасмурно стало, а так вообще ну, хорошо. Ну да, уже под вечер так немножко. Вот, поныряли, вернее, погружали свой подводный аппарат, замерили температуру воды. Вот. Оказалось, что очень холодно. 13-14 градусов тепла. На глубине около 3 метров. Приблизительно так. Вот, вот такая вот температура воды. Ну, в общем, мы сейчас еще чаек, да, наверное, или как? Вот, и будем выдвигаться в Бишкек. Нам бы хотелось бы, конечно, засветло проехать Баумское ущелье. А там уже как карты лягут. Спасибо, что были с нами.